Шановний пане президенте, шановні присутні, прежде всего, разрешите мне, Петр Алексеевич, поблагодарить вас за ту решительность в проведении реформ в Украине. Финансовая децентрализация позволила Одессе увеличить бюджет развития на 30%. Административная реформа позволила нам более эффективно управлять нашими городскими активами. Сегодня очередной решительный шаг вы делаете по реформированию и по возрождению порядка в стране. Новая патрульная служба станет образцом по наведению общественного порядка. В каждой одесской семье ждут этого момента, когда каждый одессит будет чувствовать себя защищенным, уверенным в том, что государственные институты, правоохранительные институты наведут порядок, обеспечат мир и спокойствие. Я уверен, что взаимодействие с муниципальным департаментом безопасности, который мы создали в Одесском городском совете, и он будет надежным партнером патрульной службы, выработав четкие взаимодействия, мы добьемся поставленной вами, Петр Алексеевич, задачи. Поздравляю вас всех с этим знаменательным днем в истории Украины. Я уверен, что у нас все получится. Слава Украине! До слова запрошується перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладзе Глуксман. Спасибо, господин президент, господин министр, мой дорогой Миша, за теплые слова. Но я, правда, не сделала ничего. Вы сделали для меня гораздо больше. Потому что помогать хочется гордым людям, помогать хочется гордой стране. Вы научили меня заново мечтать, и спасибо вам за это. Но сейчас я хочу вам сказать, мои дорогие полицейские, спасибо, поздравляю вас. И я, правда, горжусь каждым из вас. Горжусь, знаете почему? Потому что вы сделали очень осознанный выбор, заступив на службу, да, это очень непростое время. И результатом этого осознанного выбора, я уверена, будет заслуженная любовь одесситов. Потому что это не реплика грузинской реформы. Это реформа, которую делаете вы вместе с нами. Полицейские, поздравляю вас. Очень важно, особенно важно, чтобы у нас получилось в Одессе. Чтобы мы показали, что наша мечта, наша общая мечта о верховенстве закона – это не утопия, что это правда мечта, которую мы можем воплотить в жизнь. И я хочу, чтобы мы показали это здесь. Вы знаете почему? Потому что битва, которая сейчас продолжается, она не про Запад, не про Восток, не про Юг, не про Север. Это битва за закон против беззакония, справедливость против несправедливости, уважение против подчинения. Так что уважайте себя. Уважайте форму, которую вы носите, уважайте свою работу, уважайте людей, которым вы служите. Не забывайте, каждый из вас, правда, как бы посол новой Украины, который должен донести до каждого из нас, где бы мы ни жили, и гостям тоже. Правила новой Украины, а правила простые. Закон один, представитель закона служит закону. Правительство служит людям. Люди не прислуживают. Гордитесь своей работой. И знаете, что еще? Не забывайте, что нет работы более гордой, чем работа хорошего полицейского. Так что с Богом и слава Украине! Церемонию завершено. Да, подходит.
И вы тоже. Вам спасибо большое. Спасибо от украинцев, от одесситов. Спасибо большое. Вы делаете очень большую работу. Кальман Мажа, глава миссии UN. Yeah, really good guys. And from Michigan. The old times. Yeah, I remember. Now I'm serving as the head of the mission. Very good. Very happy to see you here. And all of you doing a great job. Great job, which is symbolized absolutely new Ukraine. They said for European. Now, this is the absolutely different trend from the Soviet time to the Greek time. We sent a red hundred in California. I will be in New York in the General Assembly of the United Nations in the meeting. And the main message in this period, military sphere, when we have a training How do you like it? Говорит по-нашему. Максим, как работа? Разрешите профессионалам поработать. Говорит по-нашему, мы говорим по-своим. Так, вам не можем. Thank you very much. Yeah. So when you're if you allow, I present it to the American president. That would be a good idea. They can see the me, Michael, and they're standing very pro American. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Мы будем приглашать еще дальше. Thank you. Thank you and all the best. See you next time. Yes. Thank you, sir. Thank you. Mr. Minister, congratulations. Поздравляю. На лестницу. Бежит. Свято! Мати незалежність і мати таку поліцію! Спасибо вам! Спасибо за її підтримку! Спасибо! Дякую! Всі живі! А ну, розійдіться, ми сфотографуємо це разом! Міша, підходьте! Петро Олексійович! Привет. Я постоянно с вами, спасибо. Каждый раз вас спасибо. Встречаю. Петр Алексеевич. Спасибо. С днем рождения, Одесская полиция. Спасибо. Петр Алексеевич, вот не берет Михаила в команду. Спасибо. Так вы уже в команде. Ну так настоящих одесситов не берет в команду. Аккуратно. Правее нужно. Слава Украине! Героям вам! Питаю! Дякую вам! Спасибо! Спасибо! Зачем? Тихо, не штукайтеся!
А где потом подождать? Можно с президентом? Дедушка, дедушка, я девчатки, спасибо. Падайте, ну куда вы идете? Что? Они